Здравствуйте! Сегодня мы проводим предпродажный осмотр двигателя, снятого с автомобиля Acura MDX 2005 года выпуска, объемом 3,5 литра G35A5. Пробег двигателя составляет 111 тысяч. Производим визуальный осмотр двигателя. Дефектов не выявлено. На данный двигатель имеется пакет документов. Грузовая таможенная декларация. Производим проверку герметичности цилиндров пневмотестером. Герметичность в цилиндрах в пределах допуска. Имеется видеообзор работающего двигателя. 2005 год, Acura MDX. Работа двигателя. Так, мотор работает отлично. Пробег на машине 111 тысяч. Ошибок по мотору никаких нету. Производим осмотр стенок цилиндров эндоскопом. Также осматриваем клапаны и поршни. После осмотра двигатель маркирует с термопломбой индикатор перегрева. Перед размещением на склад двигатель законсервирован. При обращении на станцию Евроавто действует расширенная гарантия. Опытные специалисты помогут с подбором двигателя. А квалифицированные механики помогут с установкой агрегата. Двигатель готов к установке.